Хочу вас поблагодарить за работу, которую вы делаете в Сирии. Должен сказать вам, что, и вы сами это хорошо знаете, я об этом много раз публично говорил, это не просто для того, мы с вами в таком полузакрытом режиме встречаемся, это не просто помощь там сирийскому народу и сирийскому руководству, это прямая работа по защите интересов России, граждан наших. Вы и сами об этом знаете, должны об этом знать. Сегодня только, вот сейчас, вот прямо сейчас, смотрел последние материалы с места, где был сбит наш самолет. И погиб наш боевой товарищ. Наши стоят там, выходцы с Кавказа. Вот они там. Он по ним работал. Последние снимки вот сейчас смотрел, которые они сами сделали и которые никуда не выкладывали. Это не из сети снимки. Наши рожи там бандитские. Так что то, что вы там делаете, это прямая защита нашей страны. Это непридуманные вещи. Я не с потолка это взял. О том, что если там они укрепятся, к нам вернутся. Они и так возвращаются, кстати сказать. Там поработают и к нам. И потом спецназ ФСБ, и тоже ребята гибнут наши. И спецназа ФСБ, из внутренних войск. Мы потери несем постоянно. Там повоюют, научатся и нас отсюда к нам. Взрывы осуществляют, нападения и так далее, и так далее. Мы хорошо помним, что творилось у нас в середине там, 90-х, 2000-х. Нельзя допустить ни в коем случае возврата вот к той ситуации. И ваша работа в Сирии как раз направлена на то, чтобы не допустить вот этой ситуации в нашей стране. Это прежде всего. Я уже не буду говорить о том, что ваша работа там боевая, она существенным образом влияет на ситуацию. Ну, в целом, в регионе. Конечно, только с помощью той работы, которую делаете вы, нельзя переломить кардинальным образом. Это понятно. Поэтому ваши коллеги по другим направлениям выполняют свою работу. Но как воевали сирийцы там в основном, так и будут воевать. И мы их можем повлиять на них в ограниченном только режиме. Но то, что там происходит положительного, это благодаря вам и благодаря вашим боевым товарищам, которые с воздуха работают и руководят, по сути, руководят сирийскими вооруженными подразделениями. Это тоже наша работа, и вы об этом знаете. Я вас хочу поблагодарить, и как в таких случаях говорят в вашем лице, всех ваших боевых товарищей, всем передайте самые наилучшие пожелания и поздравления. Ну и, конечно, хочу женщинам сказать, что, чтобы вы знали, что вы наши боевые товарищи, так как и ваши мужья были. Можете не сомневаться.